Привет, друзья, с вами Кик. Это видео будет касательно зеленой долины, которую мы видим в рынке. Как правильно будет на это смотреть? Последние 6 месяцев исключительно мы видели только падение, только красные свечки. Если вы поставите месячный промежуток, вы увидите, что 6 месяцев исключительное падение. И после такого длительного падения рынок несколько раз делает вот так. То есть это просто стабилизация. Этот отрезок совпадает с месяцем март. В этом месяце мы ждем несколько новостей. Это SBI, Fidelity и еще новостей касательно урегулирования налогоплательных систем в больших странах. И в этой ситуации поднятие рынка, ну скажем, к примеру, биткоина, да, до 5000 долларов вполне возможно. Или Ripple до 7-50 центов. Вполне возможно. Ripple немножко отойдет в сторону, потому что в марте SBI Ventures открывается. Там 23 миллиона клиентов. И SBI Ventures — это довольно мощный игрок. Посмотрим, как, что будет. Но суть в том, что рынок ждет новостей по конкретным темам, чтобы начать двигаться в положительную и негативную сторону. До марта ничего не осталось в любом случае. Посмотрим, что будет. Мне очень интересно, что будет с SBI, с Fidelity. И они напрямую зависят от регуляции налогоплательных законов. Так что если они даже отложатся, их открытие на несколько месяцев, это только даст еще больше возможностей для тех людей, которые пользуются депрессивным рынком. Рынком, который находится в депрессии, потому что такие цены... Не на все проекты, конечно, там есть очень много скамов, но когда рынок в целом в депрессии, поскольку тут огромный дисконт, скажем так, на очень перспективные проекты, очень многие воспользуются этим. Если мое мнение, я очень хочу, чтобы до конца 2019 года вообще только плохие новости выходили. Все ненавидят Ripple. Ripple — это самая ужасная компания. Bitcoin — это вообще... Пусть умрет Bitcoin. И да, я хочу, чтобы bear market длился еще на год. Очень хочу.